Greenpeace – это очень такая сложная организация с двойным дном. И в этом смысле я согласна с российской прокуратурой. Они, конечно, выполняют заказ. И я столкнулась с такой ситуацией, правда, теперь уже много лет назад в Петербурге, когда речь шла о недопущении ввоза ядерных отходов на территорию Российской Федерации. И вот тогда ко мне прибежала одна из активисток Greenpeace для того, чтобы мою молодежную организацию нанять для проведения пикетов. Я же голосовала «за», потому что понимала, что это путь России на рынок переработки отходов. И нас с этого рынка хотят выкинуть. Вот сегодня нас хотят выкинуть из северных территорий в части добычи полезных ископаемых. И вот это такой политический заказ конкурентов. Поэтому я считаю, что нужно проявить твердость России в этой части. Не знаю, как можно ли обосновать здесь вот ту статью, которую им вменяют, но то, что нужно принимать строгие меры, я с этим согласна.